54-е внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа впервые более чем за два года прошло в очном формате. Начиная с весны 2020 года, когда был объявлен режим самоизоляции, народные избранники обсуждали вопросы дистанционно. Приступаем к работе. Повестка у вас на руках. Кворум у нас есть, 27 человек. 54-е внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа объявляю открытым. Повестка дня заседания включала 6 вопросов, касающихся хозяйственно-административной деятельности муниципалитета. Среди прочего, депутаты внесли изменения в бюджет округа на 2023 год. Стоит отметить, что бюджет сохраняет социальную направленность, предусматривает комплекс мер по поддержке населения. Основными причинами внесения изменений в бюджет городского округа является необходимость уточнения основных параметров бюджета с учетом ожидаемого исполнения бюджета, уточнение объема межбюджетных трансфертов и дополнительного выделения средств в целях финансового обеспечения приоритетных задач. 54-е заседание Совета депутатов – заключительное в этом году. Первое состоялось 3 февраля, и всего их было проведено 13. На них народные избранники рассмотрели более 70 различных вопросов.